Противоклещевые средства в парках и скверах начали распылять еще этой весной. И сейчас, в разгар летнего сезона, пришло время для повторной обработки общественных зон от клещей. Специалисты настоятельно просят буевлян не появляться в зонах, проводимой обработки во время распыления. Сегодня на территории городского округа город Буй проводится повторная акарицидная обработка парков и скверов. В конце апреля 2022 года была проведена первая акарицидная обработка, после которой через 1,5-2 месяца проводится повторная обработка с целью ликвидации второго пика волны. Уважаемые граждане, если вы сегодня в течение дня увидите рабочих, которые будут производить обработку парков и скверов, прошу вас убедительно уходить с места обработки с целью не надышаться химикатами, чтобы не причинить вред себе, своему здоровью и здоровью своих окружающих, близких людей. Завтра, 24 июня, будет производиться обработка акарицидная кладбищ, а также будет производиться дератизация кладбищ. Поэтому убедительная просьба граждан, кто завтра будет посещать кладбище, старое кладбище, кладбище местечка Лаврово, не приходить с той же целью, чтобы не надышаться химикатами.